Всем привет, всем привет, с вами Шмыгов на канале Ушмыгов. Сегодня мы поиграем в игру в Escape from Tarkov. А точнее, узнаем, что же дает терапевт за задание коллеги часть 3. Это очень богатый и дорогой квест, потому что егерь за убийство санитара дает, в принципе, не очень плохой лут, да? Посмотрим же все-таки, что терапевт дает за этот лут. Он очень богатый и дорогой, потому что нужно передать синюю карточку от лаборатории и зеленую карточку от лаборатории. Это, в принципе, очень дорогое. Это около 15 миллионов. Что же нам дает? Он дает фиолетовую карточку от лаборатории, гризли и кейс для медикаментов. Это не очень, мягко говоря, не очень хороший лут. Поэтому я вам не советую выполнять это задание, а лучше выполнить задание у егеря, получить его лут и жить себе спокойно. Потому что на это задание нужно было потратить около 15 или 20 миллионов, я уже не помню. И ты просто разочаруешься. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Шмыгов. Всем пока, всем счастливо.